Всем привет! Те, кто смотрел первую боль и вторую боль, поймут по поводу третьей боли. Но это даже не боль, а больше разочарование. В принципе, мы знали, что покупали, мы видели это на картинках. Теперь принимаем таким, какое оно есть. Но за полгода использования оно оказалось еще намного хуже, чем было в ожиданиях. И это сам клинок. То есть мы реально видим, какой он сам по себе, как он красиво сделан. Но на самом деле у нас что выясняется? Здесь 2,5 мм сведения, не от обуха. И поэтому им можно только строгать древесину на природе. Но нормально порубить салат ни в коем случае не выйдет. Это все зависит от его геометрии. У крысы с этим все намного проще. Она режет, ковыряет куда интереснее. Это вторая крыса. Так что данным ножом можно будет только лишь поработать с ветками, перерезать какую-то стропу, и то это все лучше делать качественным стропорезом из этого мультитула. Но в плане готовки это адская мука из-за того, что здесь тяжелый обхват рукояти. Все это очень сильно затруднено. Сталь на клинке так себе, что-то между АУС 8 и 440C. В общем, тот еще пластилин китайский, хотя внешне выглядит нормально. Вот это вот третий отрицательный аргумент в пользу покупки какого-нибудь другого мультитула. Если вам недостаточно и этого третьего косяка, то ждите последний, четвертый косяк, по моему мнению. Он не такой, конечно, существенный, но тем не менее он повлияет на ход ваших мыслей при покупке данного инструмента. Всем, кому было интересно, подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Всем пока!